Редчайший природный водопад для широт средней полосы расположился в Тверской области, недалеко от Торжка, на деревне Паника. Несмотря на пугающее сначала название, никакой паники на самом деле этот чудо-водопад не вызывает. Образовался он в конце 1980-х годов во время разработки карьеров. Тогда произошло вскрытие подземной реки, протекающей по кастровым пещерам, вследствие чего водопад и возник. Сейчас это средних размеров ручеек, бьющий из дыры в известняковой стене и падающий с высоты 3,5-4 метра. Недавно, как рассказывают местные жители, водопад осветили, и теперь он считается святым источником. За водой сюда приезжают из окрестных деревень и Торжка. Раз в неделю. Вода очень вкусная. Без осадка, чистая. Место в каньоне с водопадом облагорожено. У подножия природного памятника сооружен небольшой каменный мостик. Рядом даже есть уголок для посиделок у костра. По словам жителей Паники, туристов и просто любопытных, водопада много в любое время года. Это живописное место становится все более популярным. Однако не все гости новаторского чуда вежливые, жалуются местные жители. Многие оставляют свой след в качестве неубранного мусора. Им же хочется сохранить красоту своей диковинки в первозданном виде. Как говорят местные жители, столь уникальное, полезное и, главное, доступное место для отдыха найти сложно. Причем они уверены не только на территории их района. Сюда не доносится шум, пролегающий близко трассы, не доносится отголоски каких-то домашних проблем. Здесь вокруг одна тишина, нарушает которую лишь звук падающей воды. Евгения Кошкина, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ «Пилот».